Рыбаки заняли свои позиции, удочки на изготовку. В Сочинском морском порту рыбный день. Сергей Вардумян хвастается уловом. Хорошо идет кефаль. Уже вечером она окажется на праздничном столе. У мужчины день рождения. Но есть и другой повод для радости – возможность свободно порыбачить. Ограждения, которые еще недавно ограничивали доступ к морю, были демонтированы. Весь народ обрадовался, когда убрали. Хоть есть, свободно сидим, рыбу ловим. А это вообще, я не знаю, почему они оградили, из-за кого. Управляющий морского порта компания «Буревестник Групп» дает на этот вопрос вполне логичный ответ – соображение безопасности. Причалы находятся у нее в аренде, и в случае возможных происшествий ответственность придется нести именно арендатору. Такое дополнительное обременение «Буревестник» не устраивает. Явление рыбаков, его надо рассматривать именно как явление. Нельзя рассматривать одного конкретного человека с удочкой, потому что сам по себе он относительно безобиден и безопасен. Вопрос в том, что человек, приходящий куда бы то ни было половить рыбу, он так или иначе организует свой быт и свое пребывание на этой территории, там, пусть на 2-3 квадратных метрах. Сочинцы, любящие в свободное время порыбачить или просто сочувствующие, написали петицию. И на прошлой неделе железный занавес пал. Вчера хорошо ловилось, сегодня хорошо ловится. Так что не обижаемся, вон, смотрите, тянет. Иной раз здесь до 5 килограммов можно поймать, говорят рыбаки. В основном на удочку попадается кефаль. Но теперь можно поймать и штрафы. Рыбаков призвали к порядку. Быт на 2 квадратных метрах должен соответствовать санитарным нормам. Основные нарушения, с которыми мы сталкиваемся, это выбрасывание окурков в воду, либо на покрытие, а также нарушения касательно оставления рыбаками после себя каких-то устройств для рыбной ловли, пакетов и бытового мусора. Чтобы этого не происходило, в рейд регулярно выходят сотрудники администрации и полиции. Они снабжают рыбаков памятками в качестве профилактики и административными протоколами в случае нарушения санитарных норм. А там и штрафы от 300 до 2500 рублей. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.